на старте. Приз в честь дня урожая. 1000 метров. И поехали. Фаис сразу же вырывается вперед на второй позиции. Мубарак, Мугажир и все остальные. Диктатор Ахал режет траекторию, режет угол. Юрий Кулинич, пытаясь занять вторую позицию. Лошади входят в левый поворот. Лидирует Фаис с небольшим отставанием на второй позиции. Диктатор Ахал, тут же Розмарин. Замыкает Мугажир и Мубарак. Лидирует Фаис. В руках Муслим Гасанов. Лошади выходят из левого поворота на финишную прямую. Впереди Фаис. За ним Юрий Кулинич. На диктатор Ахал уже вовсю в посыле. Муслим Гасанов берется за хлыст, но пока его не использует. Муслим Гасанов лидирует на Фаисе. Смотрим на секундомер. По-прежнему Фаис впереди. Фаис отрывается от своих преследователей. Остается 200 метров до финиша. Побьет всероссийский рекорд или нет Фаис? Но то, что он выиграет эту скачку, уже нет совершенно никаких сомнений. Фаис впереди. На втором месте Мугажир. Далее Юрий Кулинич на диктатор Ахал. А Фаис выигрывает приз в честь дня урожая.